Дорогие друзья, по имеющейся информации, которая поступила к нам от наших источников и шоу-бизнеса, сегодня ночью произошла трагедия с российским актером Егором Бероевым. Подпишитесь на наш канал и не упускайте из виду свежие выпуски, которые мы публикуем каждое утро на нашем YouTube-канале. Этой ночью нам сообщают о том, что из балкона собственной квартиры со второго этажа ночью выпал российский актер театра кино Егор Бероев. Очевидцы этого происшествия сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас актер Егор Бероев находится в 12-й больнице в Москве с тяжкими телесными повреждениями. С кем был в квартире актер, сейчас выясняют сотрудники полиции. Многое чего скрывает в интересах следствия. Также есть информация, друзья, о том, что уже возбуждено уголовное дело, что произошло с Егором Бероевым и как получилось так, что он упал из балкона собственной квартиры, пока неизвестно. Дождитесь следующего выпуска, в котором мы вам расскажем подробности данной трагедии.